И только самые крутые и самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Да уж, конечно, в этот раз лето оказалось очень и очень даже жаркое. О, смотрите, тут у нас как раз таки имеется вот такой прикольный сок. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, наберем максимальную эволюцию этого сока, чтобы, естественно, им напиться вдоволь. Смотрите, какой у меня уже огромный стаканчик нашего сока. Начинаю тогда, естественно, его разливать, и в итоге все. У нас имеется очень и очень даже много стаканчиков, поэтому, друзья, обязательно угощайтесь. Хей-йоу, ребята, с вами Илюша. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Juice Run, где наша задача набрать максимальную эволюцию вот такого сока. Давайте тогда, естественно, приступать. Я сейчас нахожусь уже на половине 4-го уровня, и в принципе пока что моя эволюция, ну, где-то средняя. Давайте посмотрим, насколько у нас будет крутой множитель, либо не очень крутой. Ну, в принципе, 2,2, я считаю, друзья, то, что это пока что неплохой множитель, но на будущее нам надо набирать, естественно, множитель побольше. Кстати, вы заметили, тут у нас имеются вот такие скины. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, сколько стоит разблокировать скин, и, воу, ничего себе, 1600 монеток стоит. Это, ребятоньки, очень-очень даже дорого. Ну ладно, давайте тогда сейчас мы отыграем вместе с вами бонусный уровень и будем надеяться на то, что все-таки он нам поможет как-то взять и, естественно, побыстрее накопить эту огромнейшую сумму вот этих кристаллов. Пока что мы накопили всего лишь 63. Надеюсь, то, что в конце будет очень крутой множитель, который нам как раз-таки, друзья, позволит нормально просто тупо взять и, естественно, накопить наши денежки. Так, вот, все, замечательно, друзья, прошли данный уровень, ну и в итоге множитель у нас всего лишь x1. Да, в итоге мы просто тупо взяли, друзья, и заработали в сумме 264 кристалла. О, а тут у нас подарки имеются. Вот это, друзья, очень даже хорошо. Получаем еще, в принципе, около 40 кристаллов. И вот у нас в сумме уже вырисовывается 306 кристаллов. Довольно-таки, друзья, неплохо. Думаю, то, что в скором времени мы все-таки сможем накопить на наши скины. А пока что приступаем проходить, естественно, уже 6 уровень. Мы играем за вот такой красненький стаканчик. Он, кстати, мне больше всех симпатизирует, потому что выглядит он так очень даже мило. Начинаем тогда, естественно, еще набирать вот эти кристаллики на финальный левел. И, конечно же, наш крутой множитель. Смотрите, на сей раз мы добрались до 2,6. Вот это на самом деле было очень-очень даже неплохо, и в сумме мы заработали 46 кристаллов. Нам надо для начала, друзья, просто очень-очень огромный стаканчик сделать, и после этого, конечно же, нам попадется очень даже хороший множитель. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, постараемся это как-то и сделать. Вот теперь мы играем за вот такой зелененький стаканчик. Вот он тоже на самом деле выглядит очень-очень даже прикольно. Так, красненький, замечательно, друзья, пока что у нас, ну реально, очень-очень даже хороший, естественно, получается напиток, и в итоге смотрим, какой у нас будет множитель, и это 2,3. Да что ж ты такое-то, друзья? Когда мы выйдем из двоечек, я бы хотел бы уже на самом деле набрать множитель порядка 3. Продолжаем проходить следующие уровни и не отступаем, потому что нам действительно, друзья, надо как-то попытаться занять очень-очень даже хороший множитель. Вот смотрите, пока что я считаю, что у меня довольно-таки неплохой размер нашего стаканчика. Так, ладно, хорошо, превращаем его теперь в желтенький стакан, и в принципе, ребятки, нам осталось просто тупо до конца собрать хорошее количество кристаллов. Вот теперь у меня имеется 26 штук, и смотрите, у нас тут имеется хорошая возможность приумножить наш сок. Опа-на! Чисто попал на 20-ку, друзья! Вот это реально очень даже круто, и теперь я все-таки думаю, мы попадем на 3-ку. Да, смотрите, даже попали на 4, на 5! Вот это жесть, друзья! Я, честно говоря, такого не ожидал. За один уровень мы заработали 132 монетки. Это как, друзья, на бонусном левеле было. Да, нам, конечно, сейчас крупно повезло. И именно поэтому у нас сейчас уже имеется 500 кристаллов. То есть, в принципе, еще столько же нам надо заработать 2 раза, и у нас будет уже достаточное количество кристаллов, чтобы мы смогли разблокировать опять-таки наши скины. Ну ладно, а мы приступаем к 9-му левелу. У нас пока что все выглядит очень-очень даже безобидно здесь. О, только стоп, погодите-ка, вы это видели? Что это сейчас было? Вот это, друзья, жесть. Я просто не ожидал то, что мы возьмем и пройдем эту штуку вообще без каких-либо потерь. Так, ладно, хорошо. Начинаю тогда, естественно, тут добирать нашу, естественно, массу. И в итоге финальный у нас напиток — это вот такой зеленый стаканчик. Не знаю,
знаю, конечно, с чем он, может быть, ребятки, с виноградом. Ну ладно, а мы приступаем, конечно же, получать наш множитель, и я думаю, то, что он, друзья, будет где-то около трешечки. Ну да, 3,4 множитель, довольно-таки неплохой результат. Кстати, друзья, вы посмотрите, мы уже набрали ровно 600 кристаллов. Вот это на самом деле очень-очень даже неплохо. Сейчас тогда будем хорошо отыгрывать данный левел, потому что, смотрите, тут у нас опять-таки имеется очень и очень даже большое количество кристаллов. Вот это мне на самом деле очень-очень даже, друзья, радует. Так, хорошо, начинаю еще тут, конечно же, их собирать. И, блин, вот очень жалко, друзья, то, что тут у нас нет никаких удвоителей на этом уровне. Потому что, в принципе, удвоить 107 кристаллов было бы на самом деле очень-очень даже хорошо. Хорошо, хотя бы на 2. Но, к сожалению, пока что, друзья, только такими способами мы двигаемся. И смотрите, тут у нас опять-таки имеются вот такие подарочки. И опять-таки нам всего лишь-то около 30 или 40 кристаллов выпало. Это реально, друзья, очень даже мало. Ну ладно, мы приступаем к 11 левелу. Посмотрим, как мы его вместе с вами отыграем. Потому что, в принципе, если нам сейчас выпадет опять-таки эта штучка с удвоением, то я думаю, мы вместе с вами сможем очень даже хорошо набрать наши кристаллы. Вот смотрите, мы уже выходим опять-таки на финишную прямую, где у нас остается просто вот такой зелененький прикольненький стаканчик. Все, замечательно. Добираем до конца множители и смотрим, какой же все-таки у нас будет результат. И это в итоге 3,3. Ну слушайте, довольно-таки неплохо. Ребятоньки, вы чуете это? Да-да, вы все правильно поняли. Нам осталось буквально пройти один уровень, и мы вместе с вами наконец-таки накопим нужное количество деньжаток, чтобы мы уже смогли вместе с вами купить новый скин. Поэтому давайте тогда сейчас будем этот уровень отыгрывать очень и очень даже хорошо. Пока что я набрал вот такую довольно-таки неплохую массу. Начинаем ее, естественно, дальше продолжать набирать. И в итоге, о, смотрите, сколько у нас тут много кристаллов. Как раз-таки набираем их тоже большое количество. Ну и давайте надеяться на то, что нам хватит все-таки нужное количество кристаллов, и в итоге, друзья, есть! Нам хватило! Замечательно! Переходим тогда наконец-таки в магазин и разблокируем новый скин. Нам выпали вот такие какие-то непонятные бутылочки. Что это, друзья, такое? Да, это похоже на бутылочку из-под молока. Ладно, окей, давайте тогда сейчас мы вместе с вами, конечно же, за нее сыграем. Может быть, она все-таки будет какая-то более счастливая. Ну да, смотрите, в принципе, мы за нее очень даже неплохо так собираем вот эти кристаллики. Так, ладно, окей, продолжаем тогда, естественно, проходить дальше этот уровень. Больше половины мы уже прошли, а у нас уже имеется больше 100 кристаллов. Вот это, друзья, реально очень даже четенько. И в итоге вот она, финишная прямая. Все, очень даже хорошо мы вместе с вами ее отыграли и собрали 126 кристалликов. Ну и давайте тогда, ребятоньки, 21 уровень для нас будет финальный. Посмотрим, что он все-таки для нас затаил. Но пока что все, я думаю, друзья, более-менее неплохо, да? Идем мы очень даже хорошо, может быть, даже и рекорд поставим, потому что, мне кажется, наша бутылочка, она выглядит очень и очень даже большой. Так, ладно, хорошо, продолжаю, конечно же, набирать наш вот этот желтый цвет. И воу, смотрите, тут аккуратненько прям надо пройти это все дело. Ребятоньки, не знаю, как мы это сделали, но мы практически идеально отыграли этот левел. Сейчас посмотрим на количество нашего множителя. И это у нас 3,2. Я думаю, друзья, это очень и очень даже неплохой результат на конец нашей игры. Ну а с вами был Илюша и игрушка под названием Juice Run. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!